Финансирование капремонта камчатских домов на 2018 год увеличено более чем на 300 миллионов рублей, почти до 1 320 000 000. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Камчатского края. Там пояснили, что деньги удалось сэкономить за счет торгов в ходе конкурсного отбора подрядчиков. Часть средств скопилась из-за того, что некоторые работы не удалось выполнить, потому что собственники отказались пускать в квартиры подрядчиков или вообще отказывались от капитального ремонта в доме. За счет сэкономленных денег удастся отремонтировать больше зданий, чем было запланировано, говорят в фонде. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.